запрос от девушек. Если женщина развивается, а мужчина тормозит и не развивается. Угу. Как? Я очень часто слышу от консультантов. Скажите спасибо, что у вас есть ради кого развиваться. Вот я так отвечаю. Скажите спасибо, что есть ради кого развиваться. А потом, я не знаю, вот как бы у меня есть один пример мужчины, который сам развивается, но я не скажу, что он часто. Он такой в потоке квази такой женщины, непонятно какой. Ну вот он, все. Я не знаю семьи, в которой были бы развитие, в которых бы первый развивался мужчина. Если мужчина первый разовьется, он тут же найдет другую для себя женщину. Да. Я вижу только такие примеры реальные в жизни. Поэтому, мои хорошие, это ваша задача первыми развиваться. Вот даже задача не для того, чтобы его около себя одержать, а для того, чтобы вы жили долго и счастливо. Если вы не будете в современном мире развиваться, вы не будете жить долго. Физически вы не выдержите тех нагрузок, тех изменений, которые дает окружающий мир. Оксана, мне кажется, знаешь, что вот многие тренеры советуют уходить, бросать таких мужчин, искать других. Мне кажется, что эта ситуация произойдет естественно, если женщина действительно развивается. И это произойдет, ситуация не жестко, она мягко произойдет. Она мягко произойдет. Я вот что вижу в примерах, это было такое совместное решение, причем такое очень простое решение, безболезненное для детей. Самое главное, что безболезненное для детей. Это тоже моя коллега по Марике говорит. И она говорит, я теперь думаю, какая я была дура. Я теперь могу приехать и сказать, ты знаешь, я вот приехала, мне нужны продукты. И говорю список. И он мне их привозит, понимаешь? Говорит. А раньше я зарабатывала деньги и тащила это все. Да, вот там у нас были перечни таких вопросов, что женщины все на себе тянут. А не надо, а надо взять и отдать эту функцию. Отдать. Да. И самое главное, девочки, отдать с радостью. С радостью и с верой, да. Что он пойдет и купит это все. А вариантов нету, да. Я не буду это делать, но я знаю, что ты можешь это сделать. Я тебя люблю, пожалуйста, ты же мой мужчина. Знаете, мне кажется, Катя, это мой такой опыт. Тащишь на себе много из-за того, что сама себе не доверяешь, пустоты в себе боишься. Да. Вот есть какая-то пустота, а ты ее квази чем-то заполняешь. Многие женщины, они думают, что когда они становятся, вот какие-то курсы, тренинги заканчивают, больше денег начинают зарабатывать, то, что они развиваются. На самом деле, мне кажется, что не это женское развитие, а именно вот мудрость вокруг себя создавать такое пространство. Пространство, в котором близким людям будет комфортно, и они сами захотят развиваться дальше. Быть примером, быть независимой, но при этом принимать их всех.